бы я, допустим, не закрывал машину. Ну, конечно, у тебя там на резинке. Всем привет, я на Днепре. Ну, уже поняли, вступление. Конечно, кайф, сегодня вообще иду. И уходит с палатки пацанчик в торне. А я привет, как клюет, не клюет, сразу его не узнал. А это, прикиньте, мой земляк за 400 километров. Не то, что даже земляк, а друг детства. Блин, я вообще сейчас такие эмоции. Класс вообще встретил, аж как дома побывал. Скучаю за этим всем делом. Ну ладно, все это лирика. Сегодня на реке Днепр, такая заводь, город Верхний Днепровск. Ну пробую здесь, хлопцы на плотву сидят, ловят, говорят попадать, там по 10 килограмм ловят, вчера ловили, я же разговаривал. По 10, по 15 килограмм ловят. Но мне плотва пока неинтересна на данный момент. До обеда время есть, как обычно, до обеда буду что-то искать другое, а после обеда уже сяду на то, чтобы поднимать. Все, смотрим, подписываемся. Фу, вообще класс, ты что? Рабана встретил. Так неожиданно, одна палатка была, я еще сказал, все палатки новые, а тут какая-то палатка, как беженца. И тут в натуре, ну не беженец, я себя беженцем не считаю. И своего друга не считаю, мы переселенцы, вынужденные, временные. Ладно, все, вперед рыбачить. Уф, уже обошел, я не знаю, этого залива сколько, километров два. Нифига не нахожу пока. Сейчас пока удар на хищника делаю. Потом будет видно. Ого! Как-то позвонил, это лодку привезут, а их вот через эти пробоины. Мы как раз были, вот как раз уже трещины были. Ну как, оно еще не было, я крепнуло. Ага. Ну на каховке на этих делах люди зарабатывают. Ну, что ты? С Юрой вообще даже дно х**. Не выходил. Ну, а? А ти сиди вот той на мотоцикле бійся. Що вони ловили, чи я не бачив? Ні, не бачив. Вони уїхали, ніхера тоже. І на... Та думаю, сяду вже хоч плотву половлю. На мотилях ти париш? Та париш. Два барыша и все. Я только сел и перешел. Блин. Вертолеты. Течка туда пошла. Мелочь. Хорошая как клюет, так клюет. А, вон оплодит.
наверное, к нам, наверное, к нам полетел. Хлопцам пожрать полетело. Вертолет, ага. Вертолет? Ага. Густера, блин. Ну, чуть-чуть замерло, потом этот. Густера подошла, может. Кажут, там, где густера, там этот. Бачу тут, а что, я уже устал искать. У меня уже терпение кончилось. Подогнал, братан, мне лунку. Ну, то, что надо. Классная плотва. Грамм 200-150. Периодично, Племенным успехом. Да. Вот это мелочь, когда ты задрачивает, блин. А? Хорошенькая плавнее как-то, вот тут вот это хорошенькая плавно подымает. Не, мелочь тоже, ага. Кошачья. Густера подошла, не дает нормальной плотве клевать. Видел, как клюв? И мелкая, и хорошая, все в куче.
Будем заканчивать рыбалку. В принципе, пару сковородок словил за полчаса. Надо текать, куда еще ехать. Смотрите, что тут. Переведет трассу, не выйдем. Короче, всем пока, щучий омут. Не хватает чешуи. Плотва клюет, если ее ловить. Приезжайте. Верхний Днепровск. Тут разберетесь, где видно. Все, пока.